Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу вместе с представителями общественного совета при ОМВД подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурс ежегодный, проводится в преддверии Дня полиции. В этот раз на суд жюри свои работы представило 9 ребят. Это дети сотрудников Ленинского ОМВД. Целью конкурса является формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции и повышение престижа службы в органах внутренних дел. И сегодня нам с вами предстоит нелегкий выбор. Из всех представленных работ мы выберем победителей в трех возрастных категориях. Участие в конкурсе могли принять дети от 6 до 14 лет. Разные художественные техники, буйство красок и фантазии. На бумаге то, как ребята представляют своих родителей, когда те находятся на рабочем месте. Дети по-разному видят работу своих родителей. Да? Кто-то, как папа, задерживает преступника. Кто-то показал работу, как мама трудится кинологом. Уже детишки понимают, насколько трудна и ответственна работа сотрудника полиции. В итоге жюри выбрало трех победителей, по одному в каждой из возрастных категорий и рисунок, который завоевал зрительские симпатии. Работу отправят в Главное управление МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.